Всем привет! Меня зовут Сапар, я с Туркменистана, уже 11 лет живу в Китае. В этом году я открыл свой собственный карго и занимаемся различными торговлями, помогаем нашим клиентам закупать в Китае товары и проверить их и так далее. Я уже 4 месяца участвую в клуб «Само». Мне очень понравилось, когда выпустили эту программу, и за это благодарю нашему наставнику и образовательный центр «Само». Мне нравится там находить, мне нравится там послушать и записывать, получить что-то полезное для себя. И получить для себя полезную информацию, полезные советы. И клуб «Само» нам предоставляет хорошие программы, которые мы можем практиковать в бизнесе. Это очень хорошо, и это облегчает нашу работу. Я предлагаю многим предпринимателям участвовать в клуб «Само», потому что мы тот можем открыто говорить о своих проблемах, о своих идеях, о чем мы мыслим. И мне интересна идея и мышление других людей, других предпринимателей. Мне интересно, как они видят будущее. И в этом клубе мы можем это открыто обсуждать. Это очень хорошо. И в конце хочу желать всем здоровья, процветания.